Добрый день. В этом видеообзоре я хотел бы показать вам, как быстро на телефоне HTC One X выходить из запущенных приложений. Перед вот началом этого обзора я зашел в несколько программ, чтобы не тратить наше время. И теперь хочу показать вам, как от них избавиться. Для этого мы нажимаем вот здесь вот кнопочку «Запущенное приложение» и видим, то есть открывается специальное окно, где мы видим запущенные программы. Для того, чтобы выйти, мы просто легким взмахом пальца выходим из приложения. Видим, как бы это все быстро делается и безболезненно. Вот и все. Телефончик наш готов к 5 к активной работе. Спасибо всем за внимание. Хорошего дня.